В этой операции принимают участие только профессиональные военные, офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать. То же самое касается и тех, кого призывают на сборы. Нет, мы не планируем этого делать и в отношении этой категории. Их регулярно на сборы призывают, до и после будут призывать. Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполетную зону на территории Украины. Сделать это невозможно на самой территории Украины. Можно только с территории.